Привет, други! Сегодня я хочу на лодке съездить 5 километров вниз по течению от деревни. Хочу проверить приваду. Просто посмотреть, приходил ли медведь. Охота уже закрылась на медведя. Медведь, ну, нам так и не получилось медведя снять на конкретно на том лабазе, где ставили еще в апреле приваду. Вот. Ну, бывает такое. Хотя медведь приходил, но нам не получилось его выследить и еще и снять на камеру. Ну, посмотреть все же надо. Поеду на лодке. Вчера видео я выкладывал по поводу того, что я не мог отрегулировать мотор. Потом, попозже, уже вечером, все-таки мне это удалось сделать. Мне тут еще товарищ немножко в этом помог. Как говорится, две-то головы хорошо. То есть, одна голова хорошо, а две уже мутант. В общем, все мы сделали нормально. Единственное, только летят брызги. Закрылочки. Одну закрылку сделал с пластика. Еще надо одну сделать, и будет вообще бомба. Проверили по мели. Буквально вот по такой мели идет. Чуть-чуть. Ну, буквально вот так вот на ладонь. Рыба прыгает. И тогда только начала цеплять. То есть, вдвоем классно. Сейчас проедусь на лодке. Покажу вам, так сказать, нашу природу. Проверим бочку. Все-таки приходил, не приходил. Если приходил, по-любому должен ее завалить. Товарищ меня там уже ждет. Приехал на мотоцикле. Я поеду на лодке, потому что надо переезжать за реку. Бензинчик залил. Съездим. Ну так, чисто, знаете, для интересу. Прокачусь, посмотрю, так сказать, обстановку. Ладно, погнали. Так, надо якорь еще нормально сделать. Штырь. Временно пока штырь. Можно отчаливать. О, бля. Сколько этого насекомуса здесь, а, прилипло. Это что такое? Кстати, я узнал, как этот насекомый называется. Правильно. Не какая-то не дневка, не веснянка, а вислокрылка. Кто не верит, забейте в интернете. Это называется вислокрылка. Вот она, видите, какая? Крылья у нее домиком. Вот такая песня. Ладно, погнали. На среднем ходу вообще классно, нос не задирает вообще. Просто красота. Всего лишь надо было опустить мотор на буквально 1,5–2 сантиметра, и пошла лодка. Отлично, просто еду, кайфую. На полном ходу, конечно же, брызги летят, но это можно исправить при помощи закрылок, типа брызговичков. Ветреная погода сегодня, красота! Вот это вот самодельное гидрокрыло, которое я сделал, оно, от него все-таки реально польза есть. Нос не задирает. По красоте, короче. Ну, а сейчас вот так вот буду спускаться. 5 километров. Раньше там была деревня Чуркинская, лучшая деревня.
Вот каменистый порог какой, а. Тут такие валуны, блин, с меня ростом, наверное. Вот валунище здоровенный. Прям видно хорошо. Ну все, на месте почти. Что-то не вижу товарища-то, где он? Куда дел-то? Это в кустах, наверное, стоит. Вот так вот, тихонько, неплохо идет, вообще классно. Нос просто ноль, не задирает. Единственное, чуть-чуть брызги, но это хрень. Брызги это хрень. Чё, давно ждёшь? Репер. Давно груз ждёшь? Не, пару минут. Это валун был. Ага. О, там вообще мель. Ну, я говорю, тут плита. Все, приехали. Сегодня хоть ветерок немножко обдувает. Комаров-то лишних. Ку-ку, бля, кукушка. Кукует. Башка болит? Рюмку. Кукуша Андрей. Вон она. Сейчас. Вон кукушка сидит, такует. Сколько? 24 в тени. Очень душно. Так, вот, подходим к приваде. Вот здесь она стояла. По крайней мере, сейчас посмотрим, что с ней. Вот привада как стояла, так и стоит. Значит, больше не было. Ну, вонища стоит. Жуткая. Там уже, смотрите, опарыши во всю. Вон сколько их рожек. Вот так вот не был больше. Странно. Почему? Не был. Пойду сейчас. Сейчас следочки еще покажу. В прошлом видео тоже показывал. Вот его тропа.
Вот здесь он приходил. Эти я следы уже показывал. Мишка такой. 3-4-летка. Вот целая тропа была. Перестал ходить почему-то. Непонятно. Ну, идем назад. Короче, медведь не был. Все проверили, посмотрели. Ах, комарья невозможно. Мошка появилась давно уже. В начале июня уже мошка была. Раньше вроде в августе появлялась, сейчас уже в конце мая появляется. Не оттолкнул меня толком, товарищ хер мой. У тебя карман сидит низко. Ну да. Так на самый берег. Ну добро, давай. Ну вот и сходили, проверили, душу успокоили. Значит, мелкая правда. Опа! Неудобняк одной рукой. Поднимать мотор далековато. Хотя бы на одну ступеньку поднять. Фух. Ну все, можно идти домой. Вот такая вот проверка получилась у нас. Мишка не приходил больше. Зеленка уже большая, так что ему уже привада, это, по-моему, по барабану. Ну ладно, может быть, как-нибудь в следующий раз повезет. Ладно, лодку пока так оставляю. Наверное, скорее всего, завтра займусь уже полом в лодке. Что-то надо придумать, тут какой-то блок. Чтобы якорь можно было через блок тащить, находясь в корме, просто за веревку подтягивать, когда рыбачишь, чтобы удобно было. И там еще с закрылочком надо поработать, чтобы брызги от мотора так не летели. И в принципе все, можно будет куда-то на рыбалку ехать. Ладненько, давайте, всем пока.